Всем привет. Утречка. 26. Нормалек, свежо. Сейчас будем заводить Митсубиси. Хотя. Пес его хочет. На улицу вырвался. Вчера ему было гораздо холодней, чем сегодня. Все будет тоже. Что-то скрипит. Так, чего у нас тут? Кажет. Минус 24, кажет. Ну давай. А-а-а! Пошла! Это лично. Все, теперь пускай греется. По максимуму вот так вот. И все, и на светке. Сюда там запустился аппарат. Да. Мешки гуры там заскрипели. Ну, вот так. Пускай греется. Я пойду пожрать. Надо позавтракать и все дела делать еще. Надо в ГАИ съездить там. Подточки переоформить. Номерки свои забрать. С одной машинешки ее потом переоформить. Человечку. И еще, по-моему, одну. Ну вот. Ну и так, запчасти там и купить сервис. Ну, УАЗик там сейчас покажу прикольный. Тоже на колесиках мы его делали. Скульптор там. Николай. Дела идут. Ну и поработать надо, разборки тоже будет. Короче, дел полно. А жопу порвать не знаю пока как. Тачка, наверное, уже прогрелась. Я не знаю, сколько она, полчаса, может, минут 40. Работает. Здесь тепло. Так. Так. Сейчас подзамерзла. Так, бумажки для ГАИ. Все дела. Бля, вчера день. Жесть какой-то был в Зубчининовке. На магистралке. Ой, в этом, в Негритянском, на остановке магазин. Прорвало трубу, там с холодной водой все затопило. Короче, жесть. У нас до этого здесь на Чекистов такая фигня была. Я объезжал там через три квартала. Во этот. Ну, как, чтобы домой попасть. Потом. Вечером продуктовый рынок Ракита на магистральной горел. База. Она оптово-розничная, что ли. Там павильон 1500 квадратных метров. Там, ну, беда у меня у братана, у родного. Теща. У нее там был павильон, короче, вообще попадос. Да, ситуация, конечно, ну, тяжелая. Вот. Хуй знает, что там произошло. Ну, короче, вчера какая-то вообще жесть была. Зубчинки просто, мой ужас. Вот, я, ну, вечером узнал только от новостей, потому что я в тот край вообще не ездил, я только здесь был, то на разборке, то здесь, ну, в этом краю, в Смышляевке. Из новостей узнал, там, братану позвонил, говорит, пиздец, там вообще жесть. Короче, вот такая тема. Вот. А сейчас сервак, список на запчасти, на рынок и ГАИ. Погнали работать. Ну, сервиса, вот скорый тоже под винт. Вот такой вот аппаратик заехал на ремонт. Странный. Да, Игорь Валерьевич? Чего там странно? Игорь Валерьевич вот тренируется в ремонте микроволновок по совместительству. Это кто-то, блядь, обещает уже 2-3 месяца привезти микроволновку. Вот приходится побираться. На костре разогреваю. На костре всегда еда вкуснее. Такой вот аппарат. Броневик. Сейчас за запчастями погнали. Так вот. Дела идут. На улице мороз. Все как положено. Надо было снимать, как она запускается. Как запускается, да. Жестокий туман. Тяжело. Паяльная лампа. Все как положено, да, Серег?
Лишь бы поддон не расправился, он же алюминиевый. И бедная тачка, она как судорога. Она запустилась, да? Запустилась. Теперь да. Хуй нагреется. Сейчас поедет работать. Работа есть? Не заканчивай. Лёх, вчера с учебницей не забирал тачку-то? По-моему, его и укуата, там грузили что-то, я был там. Ладно, я за запчастями, но ты сюда еще приедешь. Увидимся. Ну все, давай, Серега. Не забудь ящик закрыть. Все, мы погнали работать. Здесь четвертак. Волда еле запустился. Сейчас неудобно немножко снимать. У меня тут газовые баллончики. Все дела. Все, на этой черте мы приехали. И сейчас мы поедем на желтый. На улице сейчас минус 17, ночью опять был минус 30. Вот такой лайфхак у нас. Несколько раз свечу накала. Мы запускаем, она греет. Обычно я раза 4-5. Вот. Я думаю, сейчас она должна запуститься. Вот так вот. Разочек еще. Это пятый раз. Вчера вот нужен был фаркоп, возьмите срочно на УАЗик, ездил на разборку, поменять перегородку в деловые линии, типа туда-сюда, там доставка со стеклом дорогая, нахуй никому ничего не надо, просто так все, это загрузил, это, ездил на разборку, снимал время, проебал часа 3-4, вот такие люди просто ездятся. Бывает. Короче, сейчас я запустился, инструментик, и поедем, надо отгрузить мотор хорошим людям. На соточку. Там, ребят, у меня вот другалька сломался в Васе. Вот. Ему, короче, надо моторчик. До конца почти. Почти машину все до конца сломал? Да, только движок остался и внизу там коробка, когда. Это хуйня по мелочи. Мосты только мы с рессора открутим и все. Они останутся на земле. А машина вот так вот. Максик. Раз и все. Крышу срежем. Это на мусор. Так, ты не гнилая. Арочки нормальные. Почти новый. Почти новый, да. Муха не сидела. Здесь тоже вот состояние нормальное. Арочки, пороги. Все на месте, все четко. По-моему, даже лобач целый. Угу. Мне надо вибасту снять. Там что-то все заржавело на земле. Короче, вообще свежо. Внизу там я его постелил. Вот. Залил ВДшкой. Сейчас полезу откручивать. Поздний обед, да, Максик? В 6:00 пообедали. Серега, вот, когда на эвакуаторе работы нету, колымет мебельщиком, ебать, да, Серег? Мебельщик, электрик. Разнорабочие разные там, да? И книги могут писать. Да, ты играешь? На гитаре не играешь? На скрипке? На нервах. Совершенство. Это лично. Многие этим. Владеет, да. Погнали, короче, мы дальше работать. На улице свежо. Кстати, посмотри, сколько там мороза. градусов. Нормально. Немножко подкрепились, пообедали. И дальше надо и еще одну автономку снять с УАЗика. Пока. Светло на улице. А завтра кондер. Комплект кондиционера с газели отправится в Краснодар.
вот с этой вот газелюшки, компрессор, все полный комплект, короче, надо отправить в Краснодар. Ребята тоже на микроавтобус будут ставить. Ну что там, тепло, жарко, хотя кондёр у нас есть, предоставим. УАЗик, это не все так просто, блядь. Мне надо сесть автономку, мозги снял, ебай, в этом пучке просто разобраться, чё, куда, это какая-то каша, блядь. УАЗик, блядь. Ужас. Просто ужас. Тачка. Ну ничего, мы справимся, я думаю. В крайних все просто паром перерублю и сниму. Утро у всех по-разному начинается, да, Серега? У всех очень по-разному. Утренний запуск, эвакуатор Валдай. Тяжеловато ему, да? Ну давай, родной, давай! Давай, давай! Все, озябло. Тогда я пойду переодеваться, а ты, у тебя нет ключей, что ли? Нет, я забрал ключи, Андрей. А, забрал? Мне кажется, надо кофейка глотнуть, Серег. Ну, поставил чайник. Отлично, я пойду тогда одежду возьму, сейчас приду переодеться. Что-то не пошел. Во, удачи. Сейчас мы посмотрим, сколько здесь морозца. Мне кажется, этот градусник пиздит, что минус 17. Потому что, ебать... Вообще мороз, короче, сильный. Кофейка глотнем и будем работать. Запуск в Алдаю, мороз. Ты только ровно снимай и давай. Давай, Серега. Почти завелась. Валдайку. Он тут когда запустился, так задавил, хоть топор вешать. Нелегко отдался, да, Серег? Очень. Утренний запуск. Очень странно. Странно работает. Холодненький, сейчас прогреется. Попрет. С прикуривателя, да? Крепкая нива. Да, ну вас нахуй, у меня рука замерзла, я пошел туда, в гараж. Холодно. Холодновато. Че, надо переодеваться, работать. Че-то на улице вижу, пиздец как. Кофейка глотнули. Сейчас переоденемся. Че ты, Максик? Подустал? Снятие кондиционера тоже нелегко дается. Сейчас
не надо наверх залезть. Там я снег почистил. Но я и ковер забыл дома. Поеду за ним, там еще что-то плохо все откручивается. Макс тут уже другую газель разбирает. Салон еще чуть осталось. Все, потом перегородочку и вот. И потом здесь вот будет разбирать. Салон еще в процессе. Салон еще в процессе, да. Ну надо ускориться. Сегодня надо салон разобрать, Макс. Мозги ебать там некогда. Вот. Мусор опять копится, целая куча. Вот так вот, я сейчас за гайковерт полечу. Может кофейка что-нибудь перекусить возьму, не знаю, да? Чебуречков может быть? Не знаю. Как ты думаешь? Сиенный? Да. Ясно, значит что-нибудь сейчас придумаю. Вот так, куточка греется. Все, полетел я. Поехал я за гайковертом, сегодня дома забыл. Без него уже тяжело, короче, крутить. Вот, ну там тяжело, мороз. Да и заодно чебуречков купить. Нам с Максиком надо пообедать, немножко перекусить, а то что-то ничего не ели, только купили. И все. Вот. Сейчас есть все, короче. И кайдер надо по-любому снять. Кто-то звонит, опять не вовремя. Вот они. Суровые будни авторазбора. Снимаем кондиционер. На крыше автомобиля. Главное не ебнуть отсюда. Приехал я домой. Ездил там по делам. Еще туда-сюда, он на легковушке немножко ее прогрел. Опять морозит, короче, 21 минуса. Чуть подустал сегодня. Так, всем пока.